хотела понять, почему игра сложилась именно таким непростым для СК образом? Ну, потому что моменты не реализуем, большинство не реализуем. Поэтому так сложилось. Сейчас простых игр не будет. Любая команда, которая будет сюда приезжать, или мы с кем у кого-то в гостях будем играть, всем нужны очки, все бьются, стараются, поэтому сейчас, так как третий период мы играли, вот так надо играть все 60 минут. Все-таки слово на последнем месте в конференции не может быть дело в том, что не очень хорошо настроились на игру изначально. Ну, у меня лично никому претензий нет, ни одному игроку. Все выложились полностью. Все старались, бились, толкались. Такие матчи бывают. ЦСКА сегодня сыграл чуть раньше. Да мне какая разница, кто ЦСКА сыграл. Еще, задавайте вопросы по игре. Еще есть вопросы? Нет вопросов? Все, вперед тогда. Ну как к этим? Вы журналисты или фанаты ЦСКА?